Цена за проезд в транспорте Владивостока вырастет с 1 марта. Стоимость проезда останется дифференцированной в зависимости от формы оплаты и составит 32 рубля при оплате транспортной картой, сейчас 30 рублей, 35 рублей при оплате любой банковской картой, сейчас 32 рубля и 40 рублей наличными, сейчас 35. Последний раз цена на проезд в транспорте в краевом центре повышалась 1 ноября 2021 года. Основанием для индексации тарифа стали повышение цен на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, значительное подорожание на рынке новых автобусов как отечественного, так и зарубежного производства. Решение о повышении стоимости проезда принято комиссией по тарифам администрации города по итогам рассмотрения экономических расчетов, представленных автотранспортными предприятиями. В конце прошлого года к нам обратились транспортные перевозчики Владивостока с предложением в соответствии с порядком, который закон предусматривает, о повышении стоимости проезда. Как это происходит? При таком обращении к нам прилагают пакеты документов, в которых осуществлены соответствующие экономические расчеты. То есть их предложения должны быть обоснованы фактическими затратами, которые перевозчик несет на осуществление такой деятельности. И туда входит несколько составляющих. Это, безусловно, стоимость ГСМа, это стоимость топлива, это стоимость расходных материалов, запасных частей, стоимость эксплуатации, заработная плата и все остальные сопутствующие платежи, в том числе и стоимость лизинга, если таковые имеются.